Этапы чемпионата и Кубка России по автокроссу состоялись среди грузовых автомобилей и машин марки УАЗ. Именно они и открывали старт. Всего в соревнованиях приняли участие 26 спортсменов со всей страны. Мы смогли подготовить трассу, мы смогли полить эту трассу, мы смогли пригласить спортсменов. И самое главное, конечно, я хотел бы выразить огромную благодарность участникам, спортсменам наших соревнований, которые, несмотря ни на что, за свой счет больше 90%, то есть 95% мы подсчитали, приехали сюда за свой счет. И для того, чтобы сделать здесь праздник для нас, для Курганской области. Напряженная борьба в классе УАЗ закончилась победой спортсмена из Ульяновска. Еще более серьезная борьба развернулась в классе ГАЗ-53. Зрители стали свидетелями и опасных заносов, и серьезных столкновений. При этом по-прежнему против водителей выступали жара и пыль. Лучшее время показал курганец Сергей Глинских. Во-первых, спасибо организаторам, что это все организовали. Ну, во-вторых, сильные гонщики, как Кротов, не приехал сюда. Удача на моей стороне. Всем спасибо за поддержку, всем курганцам. Среди зрителей увлекательных гонок были как обычные жители Зауралья, так и руководители предприятий, депутаты и главы районов. На гоночном автомобиле сделал круг известный бизнесмен Сергей Муратов. Я вообще как бы очень тоже большой любитель автомобилей. И, наверное, за рулем машины с 14 лет. Очень люблю сам и очень люблю сам экстремальное вождение. Но то, что сегодняшние события происходят, вообще, конечно, очень приятно, что такие соревнования по автомобильному спорту у нас стали уже традиционными. Собирают очень много желающих, очень много зрителей, очень много болельщиков. Но самое главное, вот смотрите, вот все эти автомобили, ведь это собраны они все еще в годах 70-х. Это именно автомобили-то настоящие, это именно которые создавали для оборонки, для оборонки. И вот такие экстремальные условиях выживает только то, что она создавала для оборонки. Здесь присутствует зрителей не менее 5-7 тысяч на сегодня. Это прекрасный отдых. Естественно же, здесь 70% притобольцев. Я желаю всем счастья. Я имею права 47 лет. Я уважаю машины, всегда слежу за ними, радуюсь. И сегодня я рад нашему спорту. Развитие автоспорта на территории Курганской области, в частности, вот я поддерживаю уже давно, мы с организатором помогаем проведению этих зрелищных массовых мероприятий. И, ну, результат вот налицо, можно сказать. Люди приехали сюда с семьями, с детьми, то есть передается из поколения в поколение любовь к автоспорту, любовь к автогонкам, и в будущем, может быть, это растут наши чемпионы. Мероприятие это очень хорошее и достойное мероприятие. Здесь победить должен сильнейший. Ну и как сам факт, что оно проводится в области, на территории области, значит, и народу пришло очень много, и молодежи очень много, и видимо, для них вот этот спорт не безразличен. Молодежь на соревнования съехалась со всех районов области. Мне понравилось, когда УАЗик переворачивался, думали, ну все, там все уже, все плохо. А он просто завелся и поехал дальше. Гонки в этом году намного лучше, чем в прошлом. Вообще с каждым годом все больше и больше, намного лучше, профессиональнее. Елена Швецова, Василий Малухин, Александр Менщиков, Андрей Бахарев. Информационное агентство «Курган.ру».